Anybody in the hallway? Anybody out there? Там есть кто-то еще в коридоре? Look out there and call them if they're ready, so we can start. Okay, let's start. Начинаем. See, many people, their problem is their identity. Проблема многих людей — это их самоидентичность или самопонимание себя. And it confuses you. Это иногда смущает нас. Because you want to help them with their problem. И вы хотите, например, если это проблема постороннего человека, то вы хотите ему помочь. They cry about their problem. Решить проблему, потому что люди иногда плачут из своих проблем, они говорят о своих проблемах. Maybe it's a sickness, a situation, может, это болезнь, какая-то ситуация, проблема в отношениях. But then when you say, let's fix the problem, и потом вы говорите, давай решим проблему. No. Потом он говорит, не-не-не. Maybe they don't say that with words. Может быть, не словами это говорят. But they say it with their actions. Но говорят своими действиями. Because their problem is their identity. Потому что их проблема — это их личность. It's their friend. Это их друг, который на плече сидит. We talk together. Мы вместе общаемся. Me and my problem. Я и моя проблема. My problem understands me. Моя проблема меня хорошо He's понимает. My friend. Он мой друг. Right? We eat soup together. Супчик едим вместе. Do you understand what I'm saying? Понимаете, о чем я? But when you want to take the problem away, oh no! Но когда кто-то хочет забрать проблему, не-не-не. Then they pet their little animal. И гладят своего питомца. They want to take you away. Бедненький, тебя хотят забрать, моего маленького. But we sleep every night. Мы же вместе ночуем. They're not taking you away. I protect you. Никто тебя не заберет, мой маленький, я тебя защищу. Many people are like this. Многие люди вот такие вот. And we get confused. И мы смущаемся. Because we want to help them. Потому что мы хотим помочь людям. Do you understand what I'm saying? Вы слышите меня, да? But it's their identity. Но это ваша как бы личность. Sometimes it's their excuse. Это то, как вы себя видите. Иногда это responsible. Проблема в ваших оправданиях. Вы не хотите быть ответственны. Because of my problem. Потому что это моя проблема. Нельзя меня винить. Это моя проблема. Ее нужно винить. Это мое лучшее учение за всю неделю, да? Я так понял. You needed to hear that. Вам нужно было это слышать, да? See? You open your eyes. Открывает глаза. Don't listen to what people say. Не слушайте, что люди говорят. Okay? Watch what they do. Смотрите, что они делают. That's the reality. Такова реальность. But some people want a solution. Какие-то люди хотят решения. Какие-то люди хотят освободиться от своих проблем. Но многие так давно ходят со своим другом, что это единственный их друг. Кому-то это помогло сегодня? Можете рассказывать другим теперь. Как вы ели суп со своим другом? Okay, so Job. Итак, give you some more about Job. Иов. Еще немного о Иове. The big test. Он проходил великое испытание. Battle, right? Была духовная война. So God speaks to him and says, well, if you can answer my questions, then I'll answer your questions. Итак, Господь обратился к нему и сказал, если ты ответишь на мои вопросы, я отвечу на твои. That's fair. Это честно. And then he asked some questions he can't answer. И Бог задал вопросы, на которые Иов не смог ответить. God doesn't think how you think. Бог не думает так, как вы думаете. Understand that. Поймите это. See, God's not your pet. Бог не ваш питомец.
You don't control God. Вы его не можете контролировать. You don't tell God what to do. Вы не можете ему говорить, что делать. Так не будет. So, God then says to him something very interesting in Job chapter 41. В 41 главе Господь говорит что-то очень интересное его. And now he begins to talk about Leviathan. Он начинает говорить о Левиафане. Chapter 41, verse 1. Look at that. 41 глава, 1 стих. Job 41:1. Just a second. Can you pull in Leviathan with a fish hook or tie down his tongue with a rope? 41:1? I think so. What does 41:1 say? My hope is in vain. Look at chapter 41 and then see where he starts talking about Leviathan. Where is that? Just take a moment to look for it. We have time. Is it in chapter 40 where he says that? У вас о чем говорится 41:1? Ну да, вот у меня тоже. Go ahead and look. Someone help me. Да, дело не в этом. It's when God begins speaking about Leviathan. It's around chapter 40, chapter 41. Can you find it? Yeah, it's. I think it's about him, maybe. Yeah, but it's not mentioned his title, the Leviathan. What does it say? It says that that hope is in vain, but he even his eyes, they tear down. That's verse 33. It's not 33. It's at the beginning. It's 41:1. Chapter 41:1? Yeah. Okay. Да при чём тут украинский? Я читаю вообще из Танаха сейчас. И в синодальном. I'll look for the exact verse. I'll double check, okay? So God speaks to him about Leviathan. И Бог говорит о Левиафане. Now it's interesting because he's been talking about his problem. И потом Иов говорил о своей проблеме. But remember, at the beginning of the story, it's Lucifer. Но в начале мы помним, проблема это как бы Люцифер, дьявол. So now God calls Lucifer Leviathan. И теперь Бог называет Люцифера Левиафаном. You also see Isaiah chapter 27, verse 1. Исайя 27:1. Look that up. Isaiah 27:1. What's that say? В тот день накажет Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямобегущего, и Левиафана, змея извивающегося, и убьет чудовище, которое в море. So the Lord calls Leviathan the serpent, right? The devil. То есть Бог называет дьявола Левиафаном или змеем. And that one day he's going to judge the devil. И он в один однажды осудит его, будет судить его. So now when he's talking to Job about his problem, и Бог говорит Иову о его проблеме. He says to him, "Will you catch Leviathan like you catch a fish?" И он спрашивает, можешь ли ты поймать его, как ловят рыбу? He said, "If you put the hook in his mouth, если ты вложишь крюк в его рот, you do it one time, you never do it again." Ты сделаешь это один раз и больше никогда не сделаешь. Why does he say that? Почему он это сказал? Because if you have a problem, потому что если у вас проблема, and you start talking to the pet, и вы начинаете со своим питомцем общаться, the pet's gonna lie to you. Он будет вам лгать. He's gonna confuse you. Он будет вас смущать. Right? You put his hook in his mouth, вы вложите крючок в его уста. He's gonna twist you all up. И он просто извратится и вас затянет за собой. It's like putting on sunglasses. Это как одевать солнцезащитные очки. Right? Pink sunglasses. Особенно розовые. You see the world for a different color. Можно видеть мир в другом цвете. When you talk to the devil,
И когда вы будете говорить с дьяволом о своей проблеме, он как бы будет все извращать. Ишуа говорит, что он великий лжец, обманщик. And what God says is, you are no match. You are not equal to the devil, Lucifer. И Бог говорит, что мы не можем с ним сравниться, с дьяволом. Never talk to Leviathan about your problem. Никогда не общайтесь с Левиафаном о своей проблеме. If you do it once, если сделаете это один раз, you won't do it again. Вы второй раз этого не сможете сделать. He'll destroy you. Он просто уничтожит вас. He'll destroy you. Уничтожит вас. See, when you have a problem, who comes to talk to you? Когда у вас проблемы, кто приходит с вами общаться? The devil does. Дьявол. See, the devil's not there every moment. Дьявол не при вас каждое мгновение. Some people think God is in one ear and the devil's in another. It's not true. Люди иногда думают, что Бог говорит в одно ухо, а дьявол в другое. See, demons can only be in one place at one time. Бесы могут находиться в одно время в одном месте только. God is everywhere. А Господь везде. So they're busy. They have work to do. Поэтому они очень заняты, у них много работы. And the devil's saying, "Where have you been? Where have you been working today?" Дьявол спрашивает у бесов, где ты был сегодня, где ты работал. No, you don't do that. Go there. Не. Go here. Ты не там был. Иди вот туда. Вот создай проблему вот тому человеку. Поговори с ними о проблемах. See, if everything's good, maybe the devil's not visiting you. Если все хорошо, может быть, дьявол не посещает вас. Maybe he's not talked to you for a long time. Может быть, он давно с вами не разговаривал. But one day he's going to come talk to you. Но в какое-то мгновение он придет говорить с вами. Just like Yeshua. Так же, как с Иешуа. Remember, says he was tempted by the devil. Помните, когда дьявол искушал его And в пустыне? After the test, но после испытания he left. Он оставил Иешуа. Come back for a better day. Чтобы прийти вновь в более подходящее время. Someday you're going to talk to the devil. И будут моменты, когда вы будете говорить с дьяволом. It's not a good thing. Но это неправильно. The Bible calls it the evil day. Это как бы злой день, как Библия это That's называет. What you better prepare for. Вы должны быть готовы к этому. Because that's when you need to make your stand. Потому что в этом мгновении вы должны устоять. Вы можете поразить дьявола. Только одним способом. Right. Когда ваше сердце будет в правильном положении. The и кровь Иешуа right. на вас. И власть его имени. Но если вы будете говорить с ним о проблеме и будете кормить его, дьявол, он очень умный. So when bad things happen to good people, когда плохие вещи происходят с хорошими людьми, он приходит и говорит, ой, ты бедняжка моя. Мне так жалко. Ужасно. No friend. Никаких друзей. Right? Life's not fair. Жизнь несправедлива. But I'm your friend. Но я твой друг. I'll talk to you. Я с тобой буду говорить. You understand? Понимаете? That's what he does. Вот что он делает. And then he starts telling you lies. И See, начинает лгать вам. You thought God was good. Ты что, думал, что Бог благ? But remember what happened to this person? А вспомни, что с тем случилось. You remember their story? А помнишь тех историю? See? Вот видишь? That's what's gonna happen. Вот так и с тобой будет. See? Talk. И говорит, и говорит. What does God say? Что Бог говорит? Don't talk to the devil. Не говори с дьяволом. He says, don't take your problem to the devil. That's what he says to Job. Вот именно это он говорит Иову, не приноси свои проблемы дьяволу. And then the whole chapter 41 he talks about this. И read it later. Во всей 41 главе он говорит об этом. At the end he says that Leviathan is the king of all the sons of pride. Затем он говорит, что Левиафан, он царь всех надменных людей, всех сынов надменных и гордых. See, when we rise up against God, когда мы восстаем против Бога, it's pride.
Это гордость. I'm angry. Мы злые. I'm pointing my finger. Я как бы трясу пальцем перед Богом. Это гордость. See, how do we defeat pride? Как мы побеждаем гордость? Humility. Смирением. The opposite spirit. Противоположным духом. See, when it says that Leviathan is the king. Говорится, что Левиафан, он царь. Over the people who walk in pride. Над теми, кто ходит в гордо. You say, "Oh, Yeshua is my Lord." Вы говорите, Иешуа мой Господь. Well, I can tell you, the devil's your boss. Но я вам могу сказать, что если вы гордые, то у вас хозяин дьявол. If your heart's filled with pride. Если сердце наполнено гордостью. See? He's controlling. He's the king. Он царь, он контролирует. But when we walk in humility, но когда мы ходим в смирении, right? Then Jesus is Lord. Тогда Иешуа наш Господин, Он Господь. So, let's talk now about responding in the opposite spirit. Теперь поговорим о том, как отвечать в противоположном духе. Anybody have a question about what I was just teaching? У кого-то есть вопрос касательно того, что я только что говорил? Is it clear? In different translations, what you have mentioning, it starts from chapter 40, verse 25. Okay, tell him that. То, что Ян говорил, это в 40 главе, где-то с 25 стиха. В разных переводах по-разному. Okay. С 20-го, с 25-го. Good, so this is a good study for you. Read Job. Прочитайте книгу Иова. Это хорошая история. Говорит о многом. Okay, so let's talk about responding in the opposite spirit. Итак, как отвечать в противоположном духе? See, if the enemy comes against you with pride, дьявол приходит к вам против вас с гордостью. How do you overcome? Как преодолеть это? Walking in humility. Нужно ходить в смирении. How do you defeat the enemy? Как побеждать врага? You identify the attack. Нужно понять, то есть определить, какая это атака. What is the strategy he's using? Какую он использует стратегию. And you respond in the opposite spirit. И вы отвечаете противоположным духом. It kills the attack. Так вы побеждаете эту атаку. Okay. So if the enemy comes against you with fear, если враг приходит против вас со страхом, how do you overcome fear, the Bible says? Как преодолеть страх? What? With the happiness, with the joy? Yeah, with love, right? С любовью. Okay. The opposite spirit. Противоположный дух. See, if my heart is full of fear, если мое сердце полно страха, I'm controlled by that fear. Я под контролем этого страха. Я не могу быть наполнен двумя духами одновременно. So if God fills you with love, если Бог наполняет вас любовью, fear has no place. У страха нет места. Fear has no place. У страха нет места. So what do you pray for? За что тогда молиться? За то, чтобы был противоположный дух. В Римлянах говорится, не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром. Как преодолеть зло? Ходить в том, что в добре от Бога. But what do we do? What's our natural reaction? Какая наша естественная реакция? If you're prideful to me, если ты относишься с гордостью ко мне, if you're arrogant to me, если ты пренебрегаешь мной, like, well, who are you? Так кто ты такой? Then I become arrogant. Тогда я тоже становлюсь гордым. See? And then I'm defeated. Тогда я в поражении. Oh, you look down at me? Ты свысока на меня смотришь? Я на тебя так буду смотреть. Вы становитесь побежденными. Если вы отвечаете противоположным духом,
это не, этот дух, он не захватывает ваше сердце. Как побеждать врага? Нужно держать в чистоте сердце. Что враг пытается сделать? Он хочет завоевать ваше сердце. Заставить вас иметь горечь. Быть гордым. Потому что тогда он может контролировать ситуацию. И у Бога как бы связаны руки, он ничего не может сделать. Но когда вы отвечаете в правильном духе, Бог может действовать. Иешуа сказал, если вы любите тех, кто ненавидит вас, это как взять угли и горячие и возложить на голову. Понимаете? If you put fire on their head, если положить угли на голову, they're gonna blow up your house with a bomb. То у вас будет в доме взрыв. It's gonna get worse. Станет хуже. You understand what I'm saying? They're gonna fight you back. Вам как бы будет делать еще больше на зло. Are you getting translation okay? No. Okay, what do you not understand? Because I can tell, look at everybody's face, they have no idea. Yeah, because you say you put coal on the head and everything gets worse. Yeah, that's what I said. Okay. Because I'll explain. That's why I'm the one teaching. You're okay, translating. Sorry, because okay. That's the whole point. I don't always give the straight point at the moment. I give it as I go. Okay, I thought it's going to be positive, and everyone expected that. That's okay. I understand. But I could tell that they were. Все нормально. Вы ничего не поняли. Я тоже идем дальше. See, don't worry. Не переживайте. This is the way I teach. Он так учит. Okay, I want you to think. Я хочу, чтобы вы думали. So it's always difficult for the translator. Переводчику сложно. See, because he's thinking, okay, I need to get the full message so they understand. Потому что переводчику нужна полная картина. And then I'm telling you things that confuse you. А я говорю вещи, которые вводят, ну, смущают. Okay. So it's difficult for him. Поэтому мне тоже тяжело. Because I want you to think. Я хочу, чтобы вы думали. Do you understand? Понимаете? He has a very difficult job. Переводчику he's very нелегко. Good translator. He's very, very good. Он говорит, что я хороший переводчик. So what am I saying to you? Что я имею в виду? When you do good to people who do bad to you. Когда вы делаете добро тем, кто делает вам зло. Or when you do bad to people who do bad to you. Или когда вы делаете зло тем, кто вам делает зло. You do bad to people who do bad to you. That means you fight. Когда вы делаете зло тем, кто делает вам зло, вы значит деретесь с ними. Back and forth. Это как бы противостояние между вами происходит. I shoot at you, you shoot at me. Ты в меня выстрелил, я в тебя. But if I do good to those who do bad to me. Но если я делаю добро тем, кто делает мне зло. Who's gonna fight for you now? Кто за вас будет бороться? Okay. Understand now? Понимаете, да? Fire on the head. Это как бы огонь на голову. Coals on the head. Или угли на голову. See, God will now deal with them. Бог будет теперь разбираться с этими людьми. In His time, in His way. По-своему и так, как Он хочет. В свое время. Maybe they'll repent and God will have mercy. Может быть, они покаятся, и Господь смилуется над ними, слава Богу тогда. But don't think in life that God is not fair. Но не думайте в жизни, что Бог несправедлив. He will fight your battles. Он будет воевать на вашей стороне. Remember, I told you about the people who were talking about me, trying to make a rebellion in the church. Помните, я говорил о группе людей, которые там составляли заговор в церкви. Remember the story I was telling. Помните, вчера я говорил, которым я позвонил. I don't fight people. Я не борюсь с людьми. I let God fight people. Я позволяю Богу бороться с людьми. Many times people say things about me that are not true. Очень часто люди говорят обо мне то, что не является правдой. И знаете, что происходит, когда я говорю людям истину? Oh, you're just defending yourself. Да ладно, ты себя защищаешь, они говорят. И подтверждают то, что говорят обо мне те, кто лжет.
Let them say it. Ну хорошо, пусть говорят. Let them lie. Пусть лгут. Bless them. Благословляйте их. Now God's gonna do something. И Бог что-то совершит. I've watched it over and over. Я видел снова и снова, как это происходит. I had some elders in the church that fought me when I was first the pastor. Когда я только впервые стал пастором, были старейшины, которые конкретно мне противостояли. I was doing good things. Я делал хорошие вещи. People were coming to the Lord, people's lives were being changed. Люди приходили к Господу, их жизни менялись. But they were fighting me, always attacking me. Но они постоянно на меня набрасывались. Always made life difficult for me for years. Постоянно усложняли мне жизнь годами. And so every month I'd have elders meeting and I'd go for my beating. Каждый раз, каждую неделю у нас была лидерская встреча, и я ходил, чтобы меня побили просто. I gave it to the Lord. Я отдавал это Богу. It was four of them. Их было четверо. Three of them died. Трое умерли. They died. Ну, они умерли. They're gone. Их уже нет. Проблем нет. Paul says this. Павел говорит следующее. And the Bible says this. Писание говорит следующее. Don't fight against the men of God. Не боритесь с мужьями Божьими. Or you find yourself fighting God. Потому что иначе вы будете бороться с Богом. If you're smart. Если вы достаточно умны, you know, if you don't want to serve the Lord, если вы не хотите anymore, служить Богу больше, so it happens. Это такое бывает. I've been here for 16 years. Я здесь уже 16 лет. I remember people were sitting in the class. Я помню, как люди сидели Leaders. В классе, лидеры. They decided, I don't want to serve the Lord anymore. И они решили, что I'm они angry, не хотят bitter. Больше служить Богу. Они ушли в горечь, в злость. The smart ones just go drink and party. А умные просто веселились и выпивали. The stupid ones fight the leaders. В кавычках имеется в виду. А глупые, они воевали против лидеров. It's really stupid. Это очень глупо. Corinthians says, в Коринфянам сказано, if you destroy the temple, если вы разрушите храм, that God is building, который созидает Бог, God will destroy you. Бог разрушит вас. It's the truth. Это истина. Have the fear of God. Имейте страх Божий. If one day you decide you're angry, bitter, если в какой-то день вы решите you know, что вы злой, что вы имеете, ну, что у вас горечь, что вы ненавидите пастыря, общаетесь со своим воображаемым другом. Go drink, go gamble, go do whatever you want to do. Идите делайте, что хотите. Now, although those things create problems, потому что, но все это создает проблемы. You'll learn your lesson the hard way. Вы выучите урок тяжелым путем. But don't fight God. Но не боритесь с Богом. Don't attack the leaders. Не нападайте на лидеров. Because you have a problem. Потому что у вас проблемы. Because your life is gonna be hell. Потому что ваша жизнь превратится в ад. So the best advice I could ever give you. Это лучший совет, который я могу дать. I know one leader who is a leader in this congregation, in this school. Я знаю лидера, который в этой школе, в этой общине. And just days ago, he repented. И какое-то время назад он покаялся. And asked Valentine for forgiveness. И попросил Валентина прощения. Hallelujah. Аллилуйя. Wonderful. Прекрасно. But he went through a very difficult time. Но он прошел очень трудное время. He paid a price. И заплатил свою цену. He still loved people. Он все равно любит людей. But you let the Lord take care of the problem. Do you understand what I'm saying? Вы должны позволять Богу позаботиться о проблеме. Это очень серьезное послание. So when people do evil to you, когда люди делают зло вам, bless them. Благословляйте их. Now three elders died. Итак, про тех старейшин трое умерло. There's one elder left. Один остался. He's still persecuting me. До сих пор на меня как бы набрасывается. У него был недавно сердечный приступ. И у жены тоже. Week, в одну неделю. Они оба были на волоске от смерти. И он позвонил мне поговорить. И вот что он сказал. Said, I have been fighting you since you came here. Он сказал, я с тобой борюсь с того момента, как ты сюда прибыл. He said, "I want you to know." И я хочу, чтобы ты знал. So I'll never fight you again. Я больше с тобой не буду бороться. And we were friends.
И мы стали друзьями с того момента. Настоящими друзьями. И у меня наворачиваются слезы. God knew his heart. Бог знал его сердце. He was willing to change. И он был готов меняться. The others were not. Другие нет. Do you understand what I'm saying? Понимаете, что я говорю? No. You don't play with God. Не играйте с Богом. You can't play with God. Невозможно. God's good. Бог благ. He's merciful to us. Он He wants to be милостив. Our friend. Он хочет быть нашим другом. But the Bible says he's building the church. Писание говорит, что он строит церковь, созидает общину на земле. And if Yeshua is building the church. Иешуа созидает общину. The most stupid thing you could ever do in your life is start destroying the church that he's building. И самое глупое, что можно делать, это начинать разрушать то дело, которое он созидает. God will judge you. И Бог за это будет судить вас. И накажет вас. Until you repent. И будет наказывать, пока вы не покаетесь. Some people die. Некоторые умирают. Some people get sick. Некоторые болеют. You watch as you get older. Okay. Это особенно очевидно, когда становишься старше. Многие здесь молодые, наблюдайте. Когда вы станете старше, вы увидите, что это происходит снова и снова. Watch the lives of people who begin to do that. Just watch. Наблюдайте за жизнями людей, которые делают это. Ничего не говорите, просто наблюдайте, что происходит. Это правда. Так происходит постоянно. Постоянно. But every time someone repents, но всякий раз, когда кто-то кается, God has mercy. Бог проявляет свою милость. God always has mercy. Он всегда проявляет свою милость. So this man who is my enemy, это человек, который был моим врагом, became a very close friend. Стал моим очень близким другом. And we would spend time together. Мы проводим время вместе. He's an older man. Это уже пожилой человек. So how do you fight spiritual battles? Итак, как вести духовную брань? You respond in the opposite spirit. Действовать в противоположном духе. Okay, what are some more? Еще кое-что. Right, you want to do a few more? Хотите Does еще? Help? Помогло кому-то? Yeah. This is good. Because all of us have times in our life when people do bad things to us. Потому что у каждого бывает период, когда люди поступают с нами плохо. And the temptation is to see respond in the same spirit. И искушение заключается в том, чтобы ответить тем же духом. Но потом мы в итоге оказываемся в поражении. Нужно доверять, что когда мы прощаем, Бог будет делать самое лучшее. Возложите это все в Его руки. Иногда Он милостив. И люди каются. И это прекрасно. Okay, so what about anger? Что насчет злости или гнева? A lot of scriptures about that. Много мест Писания говорит об этом. Какой дух противоположный этому? Love. Okay. Loud voice, anger. Если злость и с таким громким голосом. Right? Soft answer. Тогда нужно давать мягкий ответ. В противоположном действовать. Сегодня так учат людей в сфере бизнеса, в отелях, в аэропортах. Учат общаться с людьми очень тихо и спокойно. В противоположном духе. Чтобы успокоить людей. What about greed? Что жадности? Scrooge. Макдак. What's opposite spirit? Какой противоположный дух? Generosity. Generosity. Щедрость. Generosity. Bible says the generous person will be blessed. Писание говорит, что щедрый, он будет вознагражден и благословлен. See, mocking, у кого-то есть дух такого как бы сарказма или насмешки над другими. Какой противоположный дух? Blessing. Благословение. Honor. Почтение. Some people, everything out of their mouth is always sarcasm, always
Все у таких людей, все, что исходит из уст, это сарказм. И они все время ищут что-то плохого в людях. Что должно исходить из наших уст? Знаете, что самое лучшее, что обо мне люди говорили? Я сотрудничал с одним пастором несколько лет. И в какой-то момент я ему перестал нравиться. Потому что я ему сказал правду. Все ему покланялись. И я почувствовал, что мне нужно сказать правду. Я оставался верен ему, но я сказал правду. И потом я стал врагом. Такое случается. So what's the opposite spirit? What was the best thing that people ever told you about you? You said. Thank you. Насмешка. So this pastor. Итак, этот пастор. After all this time that he was, I became the enemy. He said something one day. После того, как я стал его врагом, он сказал кое-что обо мне. He said, "I've never heard you speak bad about anybody." Он сказал, я никогда не слышал, чтобы ты что-то плохое говорил о людях. Ever. Никогда. So I know you don't talk bad about me. Поэтому я знаю, что ты не говоришь плохо обо мне. Even though I was his enemy. Несмотря на то, что я стал в его глазах врагом. But he felt a little better. Но он все равно чувствовал себя лучше. Because he'd never seen me talk bad about other people. Потому что он никогда не видел, чтобы я плохо говорил о других. By your words you will be judged. Словами своими осудитесь. What's coming out of your mouth. Тем, что исходит из ваших уст. Be slow to speak, quick to listen. Будьте медленны на слова и быстрыми на слушание. Don't speak badly about people. Не говорите плохо о людях. Because it isolates people, it destroys people. Потому что это изолирует людей и разрушает их. Right? Separates people, causes people to be lonely. Разделяет людей и заставляет их быть одинокими. Even if it's the truth. Даже если это правда. Usually there's no reason to talk about other people's problems. Обычно нет никаких причин говорить о проблемах других людей. Unless you're part of the solution. Разве что вы являетесь частью решения проблемы. Maybe one pastor talks to the other pastor because they're trying to help. Может быть, один пастырь разговаривает с другим, потому что они хотят кому-то помочь. So if you know bad things about people, если вы знаете плохие вещи о людях, close them out. Don't talk about it. Закройте ротики. Bless them. Pray for them. Благословляйте этих людей, молитесь за них. Tell the good things you know about that person. Говорите добро, которое вы знаете об этих людях. God is good to everyone. Бог благ ко всем. And God will help people. И Он помогает людям. It's not our business to destroy people. Не наше дело или не наша задача разрушать людей. And when you do this, God blesses you. Потому что когда будете благословлять, Бог будет вас благословлять. У вас будет хорошее имя. People trust you. И люди будут доверять вам. Because they know if they tell me their problem, потому что они будут знать, что если они расскажут свою проблему, I'll never tell anybody else about their problem. Вы не расскажете другим о ней. You understand? Понимаете, да? They trust you. Они будут вам доверять. Вы будете в безопасности. Amen? Amen. And the congregation needs to be full of people who can be trusted. Община должна быть полна людей, которым можно доверять. Right? That will love people and help them. Полна людей, которые будут любить людей, а не говорить о них. Okay, couple more. Еще кое-что. So betrayal. Предательство. Judas. Например, вот Иуда. What's the opposite? Какой противоположный дух? So, loyalty, loyalty. Right? Верность. Loyalty. Верность. That's what I'm talking about right now, loyalty. Я сейчас как тоже, в частности, об этом говорю. We have to be loyal in our relationships. Мы должны быть верными в наших отношениях. Control. Контроль. See, some people manipulate through control. Некоторые люди манипулируют через контроль.
I'll finish with this and we'll go, okay? How you feel? Я закончу на следующем, и мы пойдем. Couple more minutes? Еще пару минут выдержите? All right? Нормально? Okay, okay. Let's talk about control for just поговорим о контроле какое-то время. I like this. Мне это нравится. Будь благословен. So, there's two ways of controlling. Есть два типа контроля. Right? So you and I have a relationship. У нас есть отношения, допустим. And you're not doing what I want you to. И ты не делаешь то, что я хочу. So how do I get you to do what I want? Как я могу заставить тебя делать то, что я хочу? Right? Manipulate. Манипулировать. Right? So there's two ways of manipulating. Есть два вида манипуляции. Passive manipulation. Пассивная. Or aggressive. Или агрессивная. Okay. So passive manipulation. Пассивная манипуляция. Is I'm the victim. Я жертва. Do you see me now? I'm sitting in the corner all by myself. Видишь меня? Я здесь сам один сижу в углу. Right? See me? Do you feel sorry for me yet? Тебе еще меня не жалко, что ли? Right? I'm the cat. Я котик. Not the dog. Не песик, а котик. I'm in the corner. Я в уголке сижу. By myself. Сам по себе. Understand? Понимаете? I'm a victim. Я жертва. So you feel sorry for me. Тебе меня жалко. And when I get your attention, и когда я привлеку твое right, внимание, you do what I wanted you to do. Ты будешь делать то, что я хочу. I'm controlling you. Я контролирую тебя. The other side of manipulation. Другая сторона манипуляции. Is aggression. Агрессивно. Right? You don't do what I want. Не делаешь то, что я хочу. Right? Start blowing up. Я начинаю так. My face starts changing. Надуваться, лицо меняется. And then you go, what would you like? И ты пугаешься, и что тебе надо? Скажи, что хочешь? So I know what to do. All I have to do is go. Я знаю, что делать. Все, что мне нужно, это только показать злость. You're doing everything I wanted you to do. Будьте прыгать и делать все, что я скажу. I'm training you. Я тренирую вас, right? Дрессирую. So now I don't have to go. Поэтому в следующий раз мне уже не нужно надуваться. I just need to go. And you know, when my, просто нужно when one goes, сделать такой жест. You're in a little trouble, right? Когда одна поднимается часть, то у тебя еще не все так but плохо. When two go, когда две, it's very serious. Уже все серьезно. And you jump. See, I've trained you. Я уже надрессировал, и вы уже начинаете делать все, что я скажу. I'm controlling you. Я контролирую. Manipulation. Манипулирую. Now all of us do this. Все так поступают. You learn to do this from a little child. Мы учимся делать это с самого детства. From a little child, you learn to do this. Самого детства. It's the way the world works. Так мир устроен. Remember, I told you God thinks differently. Но Бог думает по-другому. So we have to learn to unlearn some of these things. Поэтому нам нужно отучиться от некоторых вещей. Start learning how to have healthy relationships. И нужно учиться здравым взаимоотношениям. Amen? Amen. So you don't manipulate people. Не манипулируйте людьми. To get what you want. Чтобы получить то, что вам нужно. It's, you have to change that. Нужно менять это. Okay, just one more minute. Еще одна минута. Lost my thought for a minute. Control. So manipulation is the spirit of control. Right? Манипуляция — это дух контроля. Some people use their position. И некоторые люди пользуются своим положением. Do you know some people use spiritual gifts? Знаете, некоторые люди, ну, все люди имеют духовные дары. Maybe, let's say I pray for you and you get healed. Скажем, я за тебя помолился, и ты исцелилась. Или Бог really мне дает слово, и right я тебе, им делюсь с тобой, и это сбывается, это истина. So now you're paying attention to me, you're listening to me. Теперь ты обращаешь на меня внимание и прислушиваешься ко мне. Now I can start to control you if I want to. И если я хочу, I'll я могу to. Начать контролировать тебя или пытаться контролировать тебя. Understand what I'm saying? Понимаете, что я говорю? See?
Don't let people just because they're spiritual and have spiritual gifts. Не позволяйте людям только потому, что они имеют духовные дары. Exercise ungodly control. Практиковать не Божий контроль над вами. You've got wonderful pastors here. У вас прекрасные пастыря и лидеры здесь. They serve the congregation. I've been watching them for years. They serve people. Я видел, наблюдал годами, они служат людям. But not all leaders are like that. Но не все лидеры такие. Многие люди контролируют других и используют духовные дары, чтобы заставить людей делать то, что они хотят. Так и люди пользуются такими вещами в браке, пользуются манипуляцией. Я не разговариваю с тобой три дня. Это трехдневное наказание. Or this is a one-day punishment. Или однодневное наказание. Girls. Девушки. Ladies. Женщины. It's not God's way. Это не Божий путь. It's not healthy. Это не здраво. Right? Men. Right? Мужчины. No, 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 no. Не, не We надо. Don't do this. Не делайте так. Right? It's not healthy. Это не здорово. Do you understand what I'm saying? Понимаете, что Men usually are more aggressive, that's what I'm saying. Not always. Просто мужчины обычно более агрессивны, но не всегда. Бывает по-разному. Мы же хотим иметь здоровые отношения. Это помогло вам? Помолимся. All right. First was manipulation, and what's the second type of control? Passive and aggressive. Не, просто два вида манипуляции. Все. Oh, okay, last one. How do you respond? What do you do when someone's manipulating? Как ответить? Что делать? Real simple. Очень просто. Don't respond to manipulation. Не реагируйте на манипуляцию. You feed it. Если будете реагировать, будете ее кормить. See, if someone uses manipulation, если кто-то использует манипуляцию, and you do what they want at that moment, и вы делаете то, что они хотят в этот момент, You're feeding the monster. Вы кормите монстра. And it gets bigger and bigger. И он становится больше и больше. See? So when someone's manipulating you, you have to be kind to them. Поэтому когда кто-то вами манипулирует, вы должны быть добрыми с ними. Be kind to them. Будьте добрыми с ними. Be loving to them. Будьте любящими. Be a friend. Будьте друзьями. But don't do what they're trying Но не делайте то, что они хотят сделать. Because you make it stronger. Потому что так вы укрепляете манипуляцию. So what happens is if someone's manipulating you and you stop letting them manipulate you. Если кто-то вами манипулирует, вы пресекаете это? It's going to be a shock at first. Это будет шоком вначале. Okay? All right? So you have to retrain them. Поэтому нужно перетренировать их. This is not how we're having a relationship. Так отношения не будут строиться. Okay, let's pray. Помолимся. Встанем.